На популярном YouTube-канале «История всего» недавно вышел ролик «За что любят Бандеру?». Понятное дело, за борьбу за независимость. Итак, Бандера становится одним из основателей Организации украинских националистов, сокращенно ОУН, на территории тогдашней Польши. Является ярым революционером и ведет подпольную борьбу сначала с польской властью, а затем с советской и нацистской. Да, с польской властью он вел борьбу путем террора. Бандера, например, приказал убить польского министра внутренних дел Пиратского. С советской властью он тоже, как известно, вел борьбу, этого никто не отрицает. А вот с нацистами борьбу он не вел. Еще раз процитирую книгу Джона Армстронга, профессора университета Висконсина. Весной 1941 года было достигнуто взаимопонимание между руководством ОУН-Б, то есть Бандеры, и некоторыми офицерами вермахта, в частности относительно использования украинцев в приближающейся войне. Немцы позволят бандеровцам заниматься политической деятельностью в областях, которые будут оккупированы, в то время как Рейх будет по собственному усмотрению организовывать экономику на занятых территориях в соответствии с потребностями военной промышленности. Надеюсь, американский профессор – достаточно авторитетный источник. Бандеру вполне можно сравнить с национальными героями других стран, будь то Пилсудский в Польше, Бегин в Израиле или Коллинз в Ирландии. Все они сегодня являются национальными героями своих стран и почитаются на высшем уровне. Осталось сравнить его с Буддой, Махатмой Ганди и Наполеоном. Пилсудский, в отличие от Бандеры, даже на смертном одре был против сближения с Германией. К тому же он был главой государства, коим не был Бандера. Бегин, в отличие от Бандеры, был противником не только Британии, под которой тогда находилась Палестина и которая даже назначила награду за его голову, но и противником Германии, против которой он предлагал польскому правительству сформировать воинскую часть. К тому же он был главой государства, коим не был Бандера. Коллинз, в отличие от Бандеры, воевал против Британии не на стороне другого государства, которое объявило ей войну, а в рядах повстанцев. Это была гражданская война. К тому же он был членом правительства, коим не был Бандера. Это самое идиотское сравнение, которое я слышал. Важнейшим событием в истории Украины многие националисты считают акт провозглашения украинского государства, выдвинутый 30 июня 1941 года. Да, это очень интересный документ. Давайте почитаем. Восстановленное украинское государство будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации. Украинская национально-революционная армия, которая создается на украинской земле, будет бороться совместно с союзной немецкой армией против московской оккупации за суверенное соборное украинское государство и новый порядок во всем мире. Ага, боролись они против нацистов. Вы кого лечите? Вот таких плакатов на Западной Украине было полно. Слава Гитлеру, слава Бандере. Как мило. Однако вскоре именно из-за этого акта Бандера был арестован немецким правительством, которое объявило о ликвидации Украины. А ОУН-бандеровцы подвергались гонению и ликвидации. Опять вранье. Немцы устроили репрессии против бандеровцев не за это. В уже упомянутой нами книге профессора Армстронга дело описывается так. Немцы побуждали их лидеров отозвать акт. Бандера и его сторонники отказались, однако их не посадили в тюрьму. Напротив, номинально находясь под домашним арестом, они были вправе продолжать политическую деятельность в Берлине. Доклады СС и тайной полиции этого периода четко показывают, что полномасштабные репрессии не проводились, пока ОУН-Б не совершила убийств многочисленных сторонников Мельника. Другими словами, немцы просто остановили междоусобицу в ОУН. Подробнее об этом в нашем ролике «Как бандеровцы не сотрудничали с нацистами». Бандере предлагали пойти на сотрудничество с немцами, однако Бандера отказался и был сослан в концлагерь, где и пробыл фактически до конца войны. Во-первых, если кто-то думает, что Бандера сидел там как обычный заключенный и таскал на горбу камни из каменоломни, то я их огорчу. Профессор Гюнтер Морш возглавляет мемориальный комплекс в Заксенхаузене. Он говорит об условиях содержания Бандеры под стражей. В концлагере был специальный корпус. В камерах были мебель, спальня, гостиная, на стенах даже висели картины, а на полу был ковер.
для этих почетных заключенных были созданы специальные условия. Во-вторых, находясь в корпусе Циленбау, Бандера с подельниками могли посещать замок Фриденталь, в котором немцы готовили кадры для ОУН. Об этом пишет польский историк Эдвард Прус в своей книге «Герои под знаком Трезуба». И в 1944 году Бандера не просто был освобожден из концлагеря, а направлен на борьбу против Красной Армии. Это сообщил на допросе, например, сотрудник Абвер-команды 202 Зигфрид Мюллер. Сидел в концлагере за отказ сотрудничать? Двойная ложь в одной фразе. В концлагерях также оказались родственники Бандеры. К примеру, два его брата там и погибли. Только убиты они были не немцами, а польскими заключенными за убийство бандеровцами поляков. После этого сторонники Бандеры из ОУН начали национально-освободительную борьбу против нацистов. Вранье. Как видим, бандеровцы до конца сотрудничали с нацистами. Нет никаких фактов, что бандеровцы воевали против немцев. А вот что они с ними сотрудничали, фактов сколько угодно. Придумайте уже, ребята, что-нибудь поинтереснее его отсидки в концлагере. Спасибо Тимуру за материал. Ссылки на любителей нацистов присылайте, пожалуйста, сюда.